Выйдем вот сюда, вот останемся полукругом. И это самое. Ну, кошмар. Признан Международным олимпийским комитетом. Это
войти в семью олимпийских виноскоков. Я хочу вам сегодня пожелать проявить свои самые лучшие качества, способности на этом помосте, показать результаты для того, чтобы войти в состав сборной команды Донецкой области и представлять интересы и факты республики наших всеукраинских игр. Хочу вам пожелать достойных соперников, объективного судейства и, конечно же, победы. Спасибо вам за то, что вы занимаетесь спортом, что представляете наилучшие ряды современной молодежи. Спорт поможет вам стать настоящими людьми, поможет вам в работе, в учебе. И прежде всего он даст вам большое здоровье. Успехов вам! За второе место награждается грамотой и медалью Диденко Мария Красный Лиман. За первое место награждается Зрайченко Виктория Енакиева. Диденко Мария показала первый юношеский разряд 185 кг, а Зрайченко Виктория показала результат мастера спорта Украины с результатом 360 кг. Весовой категории до 56 килограммов первое место заняла Громовая Богдана Горловка. 215 килограммов в сумме, третий взрослый разряд. Спасибо. Среди юношей 252 килограмма. Третье место занял Софиенко Вадим, Красный Лиман. килограммов. Первый юношеский разряд. Второе место занял Штомпель Денис, Донецк. 337,5 килограммов. Первый взрослый разряд. И победителем стал Жиров Иван Горловка. Это взрослый разряд, 350 килограмм. Весовой категории до 56 килограммов третьим стал Подерёгин Дмитро Горловка. Третий взрослый разряд, 302,5 килограмма. Второе место занял Тарасенко Алексей, Донецк. 410 килограммов, кандидат мастера спорта выполнил. И победителем стал Губин Андрей. Горловка. 435 килограммов, выполнивший норматив кандидата мастера спорта. Спасибо большое. Спасибо большое, ребята. Через... Да, ну, давайте 10 минут. Через 10 минут
Начинаем соревнования. Налее. Вот. За мной шагом. Бар. Субтитры сделал DimaTorzok.